Подожди, Всем можно привет, хватит? это десятиходовки. Он вот посильнее. Все, дай я свои схемки поиграю. Ну все, здесь убьем. Я никогда не понимал, что здесь надо делать вообще. Да. А кстати, есть такая жертва, интересно? Давай попробуем. Будем первооткрывателями. Ты о чем? Что попробуем? Какую-то жертву сейчас соорудить на F7. Так ты просто пешку съел уже, уже выиграно. Бей на F7, ладно, для веселья хотя бы. Не бей, зачем ты убил? Почему 2-0? Ну зачем бить-то, она никуда не убегала. Сейчас D4 пойду. Уходи. И F4. Это у тебя телефон, я не понимаю, гудит? Да нет. Так, он хочет пешку съесть, надо линию вскрывать. Пойду слон G5. Хорошо, все отлично. Мои ходы. Давай. Блин, где-то гудит телефон, я не могу понять где. Видимо, на улице. Может быть. Ну, у нас отличная компенсация. Ну, отличная, да. Не поспоришь. Сейчас он идет конем, получит ферзь d5. А почему не ферзь d5? Толку. Ферзь f7. Ферзь d8. А, да, ферзь d8. Ну, любой ход, конь c6, например. Куда-то хочет. Ну, ферзь e2, e3, e6. Погоди. В чем идея? Отошел на b6. Вот принципиально. Какой-то шахи появляется, не знаю. Посмотри, есть идея c4 с идеей c5 или... Я хотел ферзь b3 предложить, ну ладно. Ферзь b3 это... нелегальный ход. Нет, я имею в виду после c4. Ты дашь спёртый мат или нет? В этой позиции. Только что предлагал c4, теперь ты уже хочешь спёртый мат. Ну, конь же t6 без ферзя, да? Ну, я не знаю, должна быть какая-то защита. Так, у них 5. Теперь нет защиты. Это 4 хода, кстати, осталось всего. Я вижу. Я тебе говорил, надо было c4 ферзь b3 играть. И что бы это было? Ну, там бы... Ну, представь, что ферзь на b3 у белых. Что? В чем радость? Ну, он бы не пошел слон f5, после слона f5, да. Че, как... Есть идея? Идея есть. Какие? g4. Ну, ферзь бьет g4... Ой, как там? Слон бьет g4. Пусть бьет. Да, значит, там цеда, конечно, будет. Ну, в общем, на это и был расчет. Не знаю, зачем этот ход, надо было слон f6 играть или просто конь f5. Мы же пытаемся веселить народ. Конь f5, по-моему, выигрывал все вообще. Ферзь... Ой, да. Кто-то мудак. Ну, зачем так грубо? Ладно, расчет был на это. Бредовый расчет, что уж тут говорить. Вообще ничего не говорю. Ну, слон, ну, пойдешь, там, ладья на c1. О, фантастика. Мы готовы на все ради размена ферзи. Все, мои ходы через следующим ходом. Я не знаю еще, что делать вообще в этой позиции. Да вообще, откровенно говоря, ничего. Предлагаю сдаться и начать новую. Ну. Я на полном серьезе. Ну играй давай, чё, будем грязь делать все. А, мой ход еще? Да. Ну а что делать? Надо брать. Брать и играть Е7. Мои ходы. А, хорошо. Ходи. Ну ладно, я согласен, Е7 это... Да нет, это ужасная позиция у белых. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну защищай пешку избыточно. Зачем? Ну что, сейчас пойдет H6 и выгонит всех. Защитников. Так, что это такое? Ну да, да, надо активность срочно. Иначе просто загнемся без этих, без шансов вообще.
А4, там, не знаю, слона как-то прижми. Что делать? Ну, слон всегда на d4 станет. Мы понимаем, безнадежная позиция. Никита Петров играл. Так, я пытался народ веселить. Начиная со слона f7. Не всегда получается. Да ладно, так скажи, вообще редко получается. Так, что это такое? Редко получается, да. Давай, погнали. О, мне пришел вызов на чистком. От кого? Да, я знаю. Пусть слышу. Так, звук. Что это такое? Хочет пешку отъесть. А наш не пройдет ферзи быстрее? Что? С ПЦ начал бы, ну ладно, так тоже ничего. Твои ходы, кстати. В итоге будет ладейник с равным материалом, видимо. Чуть более активный у белых. По-моему, играл фантастически. Да, неплохо. Ну бей, бей. Не, ну так он все отдал. Надо было играть слон e7, c7, слон b7, ладья e7, ладья e7, c8, слон c8, ладья c8. Король g7, ладья c6. Ну там чуть лучше у белых, но, конечно, ничья, видимо. Ну а тут все заканчивается. Сейчас пошел. Ну там будет качество, да, просто? Что, мало? А, даже так. Ну, слон b7 надо было играть, он не должен был это допускать. После слон b7 пришлось играть c8 и ладья c8, ладья c7, ладья a7, потом сдавать там и все. Ну а тут лишняя ладья будет. Да, просто ладья, после ладья e8 лишь. Ну можно так, без разницы. Опять никому не интересна реализация. Может, я уже реализую. Ну, реализует. Я сомневаюсь в себе, но не настолько, чтобы ты не выиграл такую позицию. Плюс один. В порядке. Да. Всем спасибо за внимание.